Итак, всех приветствую. Мы находимся в лесах. Пару дней назад гулял по этому лесу в поисках грибов и ягод и случайно наткнулся на заброшенный бункер. И поскольку у меня с собой не было камеры и света, то я решил вернуться и заснять этот ценный материал. Соответственно, я в бункер не заходил. Я его также буду видеть впервые, как и вы на своем экране. Итак, отправимся на поиски бункера. Соответственно, никакой навигационной техники у меня с собой не было. И это место я запомнил наугад. Вон, кстати, две птицы выпорхнули прям из-под ног. Вот и третья. Будем этот бункер искать. Надеюсь, что найдем. И посмотрим, что там. Вот такой вот красивый лес. Тишина. Чистый сосновый воздух. Но, правда, куча каких-то мух летает. Мухи и слепни прям не дают жить. Но это нас точно не остановит. Мы идем в поисках заброшенного бункера. Этот бункер не обозначен ни на одной из карт. И, соответственно, нет нигде в интернете про него информации. Что это за секретный бункер здесь был именно в лесу, непонятно. Но, надеюсь, мы с вами попытаемся разобраться. Вот уже минут 20 хожу я в поисках бункера и никак не могу найти. Стал, что называется, под угрозой срыва. Как знать, может, я его вообще не найду, а может, мне повезет. Двигаемся дальше. Под ногами куча вот такой вот земляники. Прямо иногда жалко бывает ходить и давить ее, но ничего не остается делать, как идти мимо. Цель путешествия у нас сегодня другая – найти заброшенный бункер. И смотрите внимательно. Вот вход в бункер. Вот. И вот местность, которая его окружает. Практически непроходимый лес. Вот как все это выглядит. Живописно. И очередная семья муравьев облюбовала себе местечко рядом прям со входом в бункер. Буквально в 4 метрах. Этот бункер, судя по всему, небольшой, но это не умаляет его достоинств в виде секретности, потому что ни на каких картах и нигде в интернете, подчеркиваю, не нашел про него информации. И тем более интереснее нам будет его посетить, не правда ли? Мне уже не терпится достать фонари и отправиться внутрь. Итак, вот он вход, и мы отправляемся вглубь. Так, при входе мы видим, смотрите, вешалка. Вешалка. И видим цифры 1, 2, 3. И дальше опять 1, 2, 3. 4R. А тут 3R. Что это такое? Вообще непонятно. У кого какие догадки, пишите в комментариях, разберемся. Дальше нас встречает вот такая вот металлическая дверь. Можно сказать, герма. Но она не такая эпичная, как в некоторых других бункерах. Но, тем не менее, она здесь есть. Заходим внутрь. Здесь сразу похолодало градусов, наверное, на 5-7. Очень интересно, что здесь все-таки находится. Идет какая-то полочка или вешалка стоит в углу. На потолке мы видим вот такие вот капли свисают. Здесь прохладно, но не морозно, иначе бы они все превратились в ледышки. И голос у меня прям как в бункере стал. Ну, собственно, почему как? И бункер, ну, очень уж маленький казался, честное слово. Я не ожидал вот таким здесь увидеть.
Смотрите, вот одна комната, а две маленьких мы прошли. Вот одна такая комната. Размерами примерно в длину около 10 метров и в ширину, ну, едва 2 метра достигает. Вот такая вот загадочная комната. Что здесь было? Попробуем сейчас найти какие-то следы цивилизации. На одной из стен мы видим вот такой кран. Что это за кран? Неужели здесь был водопровод? Ну, я просто в шоке. В лесу и водопровод. Ну или зачем этот кран? Никаких труб я здесь и близко не увидел. Прям какая-то мистика, честное слово. И вот смотрите, здесь находится скамья. Вот такая вот длинная. От начала комнаты и практически идет до конца комнаты. Примерно метров 8 она. И эта скамья также служит неким ящиком. Вот видим, туда можно класть было предметы, если отогнуть вот эту вот столешницу, или как она называется. Вот там лежит какой-то тазик. Ну, вообще без опознавательных символов. Тазик и все. И смотрите, здесь также находится щиток. Ну, старые электростолбы я, конечно, здесь видел. Но это подчеркивает, что здесь все-таки было электричество. Вот видны провода. И вот этот вот щиток. Небольшой. Также на стене мы можем увидеть, ну, два или три слоя краски. Синий, желтый и даже, наверное, зеленый. Вот так вот. Не знаю, как на камере это будет передаваться, но 2-3 слоя краски здесь есть. Ну, а на остальной стене просто штукатурка облетела. Вот такая вот розетка здесь на стене также есть, но вся разбитая. И к ней ведут провода. В углу бункера стоит вот такой пенек. Кто-то на нем сидел и ел пирожки, возможно. Ну, а вот как выглядит бункер с самого конца и до входа. Вот такой он небольшой. Одна комната большая и два маленьких тамбура, если можно их так назвать. Что здесь было, я просто всю голову сломал. У меня никаких догадок нет, ни одной. Да, вот такой загадочный бункер, секретный. Что здесь было, вообще никаких следов нет. И как зацепка мы видим вот такую вот старую банку из-под краски и не менее старую кисточку. Даже на банке никаких следов нет. Что это? Даже за краской непонятно. А вот как закрывается вот эта вот скамейка. И, соответственно, открывается с очень жутким скрипом. Да, бункер оказался очень маленьким, но очень секретным. Засекретили до такой степени, что нет ни на одной карте и никаких здесь опознавательных знаков нет, никаких надписей даже. Вот здесь в стене расположена какая-то ниша, но эта ниша не дала никаких ответов на интересующий нас вопрос. Ну что ж, нам остается только покинуть этот бункер. И сейчас немножко прогуляемся вокруг него. Может быть, что-то прояснится, но, скорее всего, вряд ли. Выходим. Вот здесь такие вот две комнатки. Вот раз, два. И дальше уже, собственно, гермодверь. И мы покидаем этот объект. Вот такой загадочный бункер. Ох, а как здесь хорошо. Наружу-то такой чистый воздух. Красота.
Сейчас я пройду по самому верху бункера и можем увидеть, какие здесь большие деревья растут уже на поверхности. Хотя, казалось бы, куда расти, там же бетонная крыша. Вот какое большое дерево уже вымахало. Вот. Вот смотрите, вот такой. Вот такой бункер. Здесь растет елка. И вон дальше мы видим сосна. Прямо на крыше. Интересно, куда у нее уходят корни? Да, загадка. Вон мы видим какую-то трубу. Ну, судя по всему, это труба вентиляции, хотя очень маленькая по размерам. Вот она, вентиляционная труба. И вроде бы больше никаких здесь нет сооружений. Вот, смотрите, я стою наверху, а вон там низ. Ну, примерно где-то метров 6-7 перепад высот. Так оно и есть. Да. Очень загадочный бункер, честное слово. Ничто не указывает на его принадлежность, что здесь было. Смотрите, лес и бункер. Да, здесь никто не ходил. Трава не помята. И он находится далеко в лесу. Странно, почему этот бункер такой маленький, что здесь было. У меня больше вопросов, чем ответов. Спасибо вам за просмотр. Я с вами прощаюсь. До новых видео и пока-пока.